очень тенденции с порядок Армена Юрьевича, комментариев, чем в программе Армении Эдуарда Сергеевича и Аня Борисовича за поддержку присутствия на конференции, естественно, руководство Российского центра науки и культуры. И особо хотел бы поблагодарить филиал Московского государственного университета, руководство этого заведения, потому что предоставили зал и, соответственно, пригласили студентов. Я ушел сюда, в Григорье, меня порадовал ответ Галинина Гурнова, высший ректор Московского университета, я как выпускник Московского университета, развивал МГУ работу, здесь общался с Галининым Гурновым, мне было очень приятно. Здесь прозвучало прекрасное выступление, доклад наших историков, уважаемых, прозвучат еще доклады на секциях наших историков. В этой связи я бы хотел бы на эту площадку заходить и немножечко о другом расскажу. Пожалуй, продолжу ту тему, которую Гай Кашунович предложил и Гай Борисович, потому что нужно все исторические события рассматривать профессионально, как историку, во всех деталях, с обзорами источника, нужно посмотреть немножко в другом ключе, не только как на прошлое, но и в таком контексте, как связь прошлого с настоящим. То есть используя так называемый цивилизационный подход. В свое время Лев Николаевич Гумилев говорил такую фразу, что посмотреть на исторические события, смотреть все полезно, что составляет цивилизационный подход. Ну, начну, пожалуй, с такого наблюдения, как магия цифр. Вот здесь, помимо 190-летия Мачайского договора, еще пара цифр называлась очень интересной. Это, естественно, история со дня обретения Армении своей государственности, а также 140 лет со дня освобождения Балкан российскими войсками. Но есть еще даты интересные, да? Например, 205 лет назад был подписан Бестанский договор, без подписания которого не могут позвонить учреждения Мачайского. А 230 лет назад была совершена ровно грандиозная победа Федора Ушакова на Черном море, да, на Кубке Турции. Без этого не было бы усиления России на Черном море, не было бы усиления Российской империи на южном направлении. Без этого не было бы не только Мачайского договора 28 года, но еще и при независимости Греции в 1830 году. Да? Где сыграло важнейшим регионом в той же России в 1812 году. То есть вот такие очень взаимосвязанные цифры. И что их связывает, это же есть вопрос. Кстати, вот еще такое, тоже из области магии цифр. 10 февраля, по-моему, начали смотреть по старому стилю, 10 февраля, день дипломатического работника. А как так удивительным образом получилось, вот, наверное, случайно. Вот эти все даты юбилейные связывают действительно вот методологию цивилизационного подхода. Ну, то есть вот, то, что, собственно, прописано в том учебнике, о котором говорил Армен Янович. В чем смысл и значение этого цивилизационного подхода? Вот сегодня мы обсуждаем активно тему евразийской интеграции, которая является, по сути, цивилизационным выбором армянского народа, казахстанского народа, Казахстана, Беларуси и так далее. Но то, что произошло 190 лет назад, так получилось, что эти события носят такой же точный характер. Ну, собственно, я повторю те слова, которые уже были произнесены, что произошло воссоединение христиан, христианской Армении и христианской России. Так, к сожалению, исторически получилось, что Армения на протяжении многих веков существовала внутри исламского мира. Ну, я, естественно, ничего против ислама не имею, но так получается и до сих пор, что в рамках исламского мира постоянно появляются какие-то силы, которые инициируют конфликты, да, на почве веры. Да, и сегодня мы видим, например, армяне страдают той же Сирии, да, от различных радикальных квазиисламистских группировок. Ну, так было и 200 лет назад. И поэтому то, что произошло, цивилизационный выбор, объективный.
агрессивный, да, он имеет, с моей точки зрения, колоссальное значение. Для Армении, точно так же, как вот испанский договор, который, я не знаю, как в Грузии сегодня как в Армении, но тем не менее, для Грузии тоже это имело, православная Грузия, для христианства, это тоже имело серьезное значение. К сожалению, мы живем в очень сложной обстановке, и как мы смотрим на эти все события с точки зрения двусторонних, ну, если говорить об Армении, российско-армянских отношениях, но отношения всегда многосторонние, да, очень много игроков участвуют во всех этих процессах, тем более, когда речь идет о цивилизационном выборе. Институт ЯИС, который я возглавляю, и еще ряд экспертных структур, вроде такое исследование. С одной стороны, результаты этого исследования, они как бы очевидны, многие это понимают, но тем не менее, несколько месяцев назад была презентация одной из книг, которая была написана результатами этого исследования. Первая книга, посвященная истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, с точки зрения цивилизационного подхода. В чем специфика такого взгляда на историю? Мы знаем, что Вторая мировая война, как была мировой, Отечественная война, противостояние Советскому Союзу и фашистской Германии, а на самом деле, с точки зрения цивилизационного подхода, был последний колониальный поход ряда западных стран против России, вообще как бы славян. Германия, которая оказалась здесь колониальным завоеванием к тому времени, да, в отличие от Великобритании, Нидерландов, Франции, Испании, Португалии, поэтому на такой момент колониального захвата присутствовала мотивация фашистской Германии. Исследование заключается в том, что вот западная цивилизация, скажем так, западноевропейская, развивалась несколько иначе, чем Китай или Российская империя. Да? В чем эта разница заключается? На удивительных цифрах, не только, кстати, наших историков, но и многих зарубежных историков показано, что, например, Нидерланды и Индонезия, да, которые являлись историей колонии Нидерландов, или Индия, которая являлась колонией Британии, уровень жизни отличался на порядок в то время, когда эти территории, Индонезия, Индия и другие захваченные страны были колониями западных государств на порядок. И после освобождения этих стран стало выравниваться, уровень жизни стал выравниваться. В отличие от, например, Российской империи, даже отчасти Османской империи, ну, тем более Китай, который, кстати, осваивал Индийский океан задолго до Васко да Гамы, более-менее равномерно существовало, более-менее равномерный был уровень доходов и центра, и метрополии, да, принципиально различные типы имперскости, скажем так. В этом смысле, вот сейчас очень популярен многовекторный подход, и, ну, конечно, это с одной стороны оправдано, понятно, что ни одна сторона должна закрываться от мира, и все должны желательно относиться друг к другу, но тем не менее, есть вот эти так называемые цивилизационные нормы, которые заключаются в том, что мотивация западной цивилизации к захвату территории, в данном случае уже не военным путем, а, условно говоря, культурно образованным путем, никуда не делась. Мы видим, какие процессы происходят в между странами Прибалтики, Молдове, где фактически началось сокращение населения. Поэтому все очень актуально на сегодняшний день. Мне кажется, вот при оценке исторических событий нужно учитывать в том числе вот такие вот цивилизационные моменты. Сам цивилизационный подход, больше Армении, начали его поднимать в 2015 году, когда готовили учебный курс для Ереванского государственного университета. В России так когда не очень активно это тема продвигалась, но в последнее время, если кто-то знает, было поручение президента Российской Федерации, сформирована специальная комиссия, которая называется «Цивилизационное наследие», которая разбирается в комиссии Государственной Думы. И сейчас вот эта тема цивилизационная очень
очень активно развивается в России. Вот, посмотрите. Ну, и, вот если коротко, я просто обозначу некую проблематику. Спасибо.